Как вам такая картинка, друзья мои? Инсайдерскую информацию я вам сейчас расскажу. Мы очень долго это готовили, друзья мои. Красный есть, желтый есть, на любой цвет есть машины. В конце этой недели, ориентировочно выходные дни, будет запущена рассылка с видеороликом о новом инструменте. Об инструменте, который, на мой взгляд, немножечко изменит индустрию подобных проектов. В новом маркетинге будет очень много связано с пассивом. Это позволит нам привлечь большое количество людей. Наша основная задача – это 1 миллион пользователей на платформе в этом году. И мы к этой цели придем так или иначе. Маркетинг, аналогов которому нету. И это не какие-то, знаете, громкие слова. Никто подобные маркетинги никогда не запускал. Давайте так. Никто ничего подобного не делал. Нам не интересно делать вот эти вот баблосборы, как делают многие, создавая по 10-20 маркетингов за год, просто хороводя людей из одного инструмента в другой. Да, то есть бессмысленно, бесполезно, нелогично, скажем так, без идеи. Не понимаю такой истории. Поэтому мы хотим быть вне конкуренции, мы хотим прыгать все время выше головы, и сейчас мы это сделали. Это абсолютно новый левел-ап для нас, для вас, для рынка. Еще до запуска маркетинга будет разыграно до 10 автомобилей Hyundai Elantra. Это будет самый честный розыгрыш. Кто-то из вашей команды выиграет, возможно, вы выиграете. Но это будет самый честный розыгрыш автомобилей, который вы когда-либо видели. Розыгрыш будет максимально простой. Для этого не нужно будет платить какие-то деньги. За простые условия, не то что там даже приглашать, любой человек сможет выиграть автомобиль. У каждого будет шанс, у каждого. Причем шанс очень большой. И кто-то гарантированно будет забирать автомобили. Все будет зависеть от вас, какое количество автомобилей будет разыграно. Все эти автомобили буду выдавать лично я здесь, в Дубае. То есть вместе с автомобилем вам будет подарена путевка в Дубай, где я вас тут лично встречу. Мы оплатим вам билеты, оплатим вам гостиницу. Вы прилетите сюда, я вам лично вручу автомобиль. Мы с вами отпишем все видеоролики, классно проведем время. И, соответственно, вы уже улетите из Дубая, прихватив с собой новенький автомобиль с нулевым пробегом. Такого никто не делал. Скажите мне компанию, хоть одну, которая делала подобный розыгрыш. Да никто. У вас очень мало времени, друзья мои, я вам скажу так. Это не просто там розыгрыш автомобиля, это супер крутой маркетинг. И только на предстарте этого маркетинга в первый месяц кто-то из вас заработает свои первые 10 миллионов. Кто-то заработает свои первые, там, я не знаю, миллион. Кто-то заработает свои первые 100 тысяч рублей. Вы будете кусать локти, вы будете испытывать жесточайшее ФОМО. ФОМО – это болезнь 21 века, синдром упущенной прибыли называется. Когда вы точно знали, когда вам говорили, но вы этого не делали. Так вот, у вас сейчас есть возможность проснуться и начать действовать. И вы сможете заработать очень хорошие деньги. Возможно, вы или кто-то из ваших приглашенных выиграет классный автомобиль, хороший автомобиль. Я не могу больше ничего вам говорить, потому что это инсайдерская информация, потому что мы должны быть первые, кто запустит эти инструменты, чтобы никто даже рядом не стоял с нами. У нас будет прогрев, у нас будут рассылки, у нас закуплена реклама в группах ВКонтакте, у нас заработает мощно таргетированная реклама, у нас прокуплены блогеры на Ютубе. Мы оповестим всю нашу целевую аудиторию о том, что мы запускаемся, давайте так скажем. Еще раз, апрель месяц, добавим 2 новых курса, запустим новый инструмент, обновим сейчас лендинги, видеоролики, презентации. Апрель будет жарким, апрель будет очень жарким. Мы сделали очень классного бота, сделали его на базе нашего конструктора. Скоро этот конструктор появится в личном кабинете, вы сможете, каждый из вас сможет делать свои собственные воронки, свои собственные инструменты на базе платформы, создавать свои собственные автоворонки. Это будет инструмент вне конкуренции, опять же. Представьте себе, в рамках подписки просто у вас будет свой конструктор ботов для автоворонок. То есть не нужно платить деньги другим конструкторам. Классно, классно. Причем это будет максимально широкий функционал. То есть там очень много сейчас работы. Нужно прикрутить чат GPT для того, чтобы текст у каждого был уникальный. Нужно сделать, чтобы у каждого была своя уникальная ссылка на бота. Нужно сделать там, чтобы у каждого там своя уникальная картинка была, там вставлять пиксель и так далее. То есть мы сейчас сначала запустим наш супермаркетинг, а потом запустим бот уже с рекламной интеграцией. Подробнее об инвестиционном проекте. Не совсем инвестиция, но пассив там будет. 3 источника пассивного дохода, 3 источника активного дохода. Вы меня вытягиваете просто. Все, больше ничего не скажу.
новый инструмент, да, то есть где будут пассивные источники дохода, где будет проще набирать команду, потому что это не криптовалюта. Криптовалюта — это узкое горлышко, давайте так. То есть для многих криптовалюта еще незнакома, непонятна, страшная штука. В новом маркетинге мы говорим с вами про фиатные деньги, то есть это доллары. Соответственно, всем нужны доллары. Тем более те, кто живут в СНГ по такому сладкому курсу, всем нужны доллары. Курс будет дальше расти, продолжать. Этот маркетинг позволит вам закрывать ваши базовые потребности. Кредиты, долги, ипотеки, там, я не знаю, еще что-то, просто на жизнь. Часть денег откладывать. Начинайте действовать прямо сейчас. У вас появится инструмент, который позволит зарабатывать фиатные деньги, то есть формировать капитал в долларах. Дальше мы развернем свой собственный кошелек на блокчейне Тон. Возможно, сделаем мобильное приложение под этот кошелек. Мы выпустим свой собственный токен. Запуск монеты будет в этом году. Долларис не просто кошелек, а то, что, ну, кошелек с пассивным стейкингом. Это же классно. Если у нас есть своя собственная нода, мы получаем повышенный процент от комиссии. Соответственно, люди, которые просто будут держать деньги на нашем кошельке, будут получать пассивный доход. Это же классно. Пассивный стейкинг. Мне кажется, все будут пользоваться нашим кошельком.